Если вы это делаете ради того, чтобы, ну не буду говорить, там в очередной раз отсрочить, обойти, господдержку получить, глотнуть глоток свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай Бог, у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет. Я вас всех в тюрьму отправлю. Его первого, а вас всех. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно, так не должны работать. Никаких надстроек. Что касается долгов и прочего, если даже мы отсрочим эти долги каждый год, кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и мне докладывать о каком-то приросте. Это касается и Могилевской, и Гомельской областей, и других. Дурницы, мужики, больше не будет.